Теперь о добровольной отставке премьера, которая по закону приводит к отставке правительства. Вместо Николая Азарова исполнять обязанности будет Сергей Арбузов. А все министры приобретают статус ИО. С такой приставкой работать они могут 60 дней, а потом президент должен подать в Верховную Раду кандидатуру нового премьера. Утверждается она простым большинством в парламенте. При нынешней редакции Конституции возможность назначения новых министров находится в руках главы государства. Программа деятельности Кабмина, к слову, по закону базируется на предвыборной программе президента. Так что, согласись, Яценюк возглавить правительство пришлось бы выполнять. Пока все политологи сходятся во мнении, что состав министров поменяют довольно скоро, и некоторые из них могут не только сохранить, но и повысить свой статус. Ну а пока главные кадры минувшей недели из Кабмина. Я уже не премьер-министр. Я зашел в этот зал, дорогие коллеги, друзья, приглашенные, с тем, чтобы поблагодарить всех министров, всех членов Кабинета министров за совместную работу и представить исполняющую обязанности премьер-министра